И где я, блять? Че ты? А, да, я же сдох. А ты в доме появился, не? Хуёми, блять. Рандомный респ. Он убил мою постель, нет? Нет, там. Долбоёб, мне ума даже не хватает нормально подосрать. На улице хоть день. Я на крыше стою, тебя жду. Че я, блять, разобьюсь? На хибару отжали, так норм. До своего хуй. Блуд течет у меня. Я сдох. Сдох? Давай, рисуйся. Все, я тут. Все, да. Бля, все настройки сбросились, когда я уже произошел. А, да, ты и голос. Так, ну лови. Бронь. Ну хоть тебя не убил. Угу. Так, лови все остальное. Отдумался он, блядь. Бога он играет, еб. Я думал, реально отдумался на стол делать. Меня все ебануло. Жди, блядь, чувак. Долбоебы не обдумываются никогда. Пошли в рейд. Че? Так, мясцо положим сюда. А Дима это... А, вот. Так. Ничего. А, надо факел взять, сейчас ночью не спанит. А где факел? Парочку. Надо лихать. Блять, мне этого дерьма, блять. Что это произошло? Да я раз не доложил. У меня лук есть, стрелы есть, собственно. Заебал. Ну тут туда лучше днем ходить, там хоть зомби будет видно, так нападут. А сейчас ночью же? Ну сейчас у меня как бы систем я заметил где-то. Сейчас походу вечер. Ага, он темнеет. Ну можно подождать, когда как-то светет. Давай подождем. Я не против, твою мать. Потому что там реально зомби не видишь, это зажрут и все. А там так, если ты зомби видишь, то убиваешь его сам и все. Его облутаешь еще. Если успеваешь, конечно, блин, так. Он быстро, если издалеко, дай не убежать, я его долбил. У тебя стрел много осталось? У меня 10 плюс 8 плюс 5, 15. Надо себе сделать тоже еще. Ну у меня в ящике есть он 10 стрел. Надо взять. Я просто много не стал брать. Думаю, хватит. На один заход. 10 мало, но 20. Блин, 20, не знаю, что тут написано. Снизу. У меня камни еще остались. Пускай, если хватит. В принципе, я боевой спас, боевую готовность. Вот я тоже. Ждем. Ждем меня. А где дровишки лежат, костер лежит? А их нету? А, вот нашел. Да, разожги костер, чувак. Не знаю, пап шейтган брать или нахуй нужен. Все, положу. Блять, не работает это дерьмо. Ебаный самострел, блядь, дерьма кусок. Бесполезная хуйня, блядь. Точки только по 5 стакаются. Алоэ, есть какой-то лоу фуил грады, короче. Не знаю, нахуй надо вообще. Ну-ка, шашлык в крафте-то хоть можно взять. Блядь, что это? Смал стэш, что это такое? Это какой-то мешок. Металлическая дверь. Подвалка. 4 пат.
патроны. Какой-то интурист зашел на сервак. Интурист. Он по-английски пишет. Да, это смешно. Ты взял, кстати, аптечку крутую, не? Не, а зачем? Она быстро лечит, наверное. Может пригодится, я не знаю. А что такое low grade full? Не знаю, банка с каким-то full топливом, типа. Называется некачественное топливо, короче. А что делать? Просто факел. Для факела нужно топливо, дерево и клоуч. Это такая хуйня крутая, факел, оказывается. Не говори. Вот плент, что для аптеки нужно клоч. О, одежду что ли для аптечки нужно? Вот пистолет. Вот здесь от дерева. Клоч. Это нет металл. Пойду схожу, посмотрю, что там вокруг творится. С этажа с четвертого. Ну, 9-миллиметровый пистолет. Ты можешь лов, сделать? Квалити металл. Нет, не нужно металл. Что это? Посмотрим, что тут есть вообще. Дерево, деревянные постройки всякие. У нас есть металл фрагмент. Соска где-то. Этот рецепт находил какие-нибудь, нет? Я нашел что-то, я не знаю, что это было. Может, это рецепт и был, кстати. Синяя какая-то фигня. Я ее сожрал. Да. Не знаю, что там появилось. Рецепт такой, типа, чер-чер синенький. А это ты положил эту печку, металл, камни? Ну да, там они перерабатываются. Из этого, из оров делается металл, с фрагмент, а из этого сера, из которого потом порох делается. Понятно. Там ночь еще, ну пожрать, кстати. Ну-ка. Еще револьвер сделаю. Что-то посмотреть. Класс. Можно включить для священного. Нужно еще костерчик поставить. Это, скажем, может даже это админ сервера такой ебанутый. Тут же типа сервер себе купил, наверное. Ну, да, кстати. Как-то да. Долбоебы они такие. Револьвер себе делаю самодельный. Может, в нем даже 6 пуль будет пистолет. Если продолжится, то сервак снимет и все. Ну да. Это надо начать. Я зашибусь, что у нас тут вот в хибаре основное сделано вот такое, что не видно, нигде не просвечивается. Да, на самом деле там, наверное, видно. Может, видно, но не так сильно. Ну, хз, может, не видно. Все в металле. Окон нету. От меня даже улучшение может стать похуй. Ебать, такой наган, пиздец. Нет, пока что. Хочешь нам подержать? Да, не знаю. Зачем? А где-то патроны были, кстати. Ты не брал? Нет. У меня лук пока. Блять, этот пидор забрал эти патроны наши. Да? Я здесь Шлюха. У меня здесь лежал автомат, дробовик, вся эта хуйня. И он все это забрал? Да.
Вот он, да. А это реально, либо админ, либо читак. А нахуй админу патроны, блядь? Ну а хули? Что ты видишь, да, не осталось? Странные какие-то люди, блядь. Все слады по УКО. Сейчас сделаем себе патронов туда немножко. Так, где эта хуйня тут, блядь? Да, ну обжились мы тут вообще. Ну, ганпауэр нужен, ну, блядь, где его взять? А. Блядь, что за дёрганье? Да, если на серваке на другом будем строить, то нужно быть хибарным. Несколько дверей там. Надо, чтобы народу было побольше, весело было. Да. Да и тут вот я еще заходил, сколько 80 играет. Из 200. Как бы но просто как то есть не видно никого. Все сидят, наверное, по домам. Я честно, как там. Ебать. Как какие-то малолетки сидели. Меня приютили. А я хотел убить. Чувак такой тоже убегает. Чувак, у меня ничего нет. Могу тебе тоже револьвер сделать, чувак. Не надо, чувак. Он шестизарядный, с пистолетными патронами стреляет. Он норм, короче. Не, лучше сделай мне лучше топор. Тебе нету? Нет. Сейчас еще пойдем на зомбаков, чтобы их рубить топором. И из лука стрелять. Сейчас я пуль сделаю, пару десятков. А там мы уже найдем. Ты там бомбишь. Так, о, опой. Что там рассвело, не? Смотри. Так-то не видно, смотри, темно. Мы еще. Ждем. Тут еще кевларов. Это ты рецепты учил? Нет, это как его? Ловгрейд. Фу, для факела. Надо сказать, что сделаю. Ты факел сделаешь? Угу. Ну не факел, просто зажигательная эта смесь. Круто. Вот он делается из одежды, вот этого материала, или еще это шерсть. И анимал пал. Еще что-то дальше. Так. Во. Ну а теперь получается арма. Ложить в печка. Ладно, у тебя пестик факел есть. А вот где-то вообще нужны. Да, ну пока факел не будем делать. Ну все, в принципе, я закончил. Радиация 90. Че? Радиация 90 засчитала. Так, уже ждем утра. Идем. 34 патрона у меня на этот револьвер. Он самый дорогой, кстати, из всех самострелов. Да, вообще требует там чуть ли не 90 фрагментов там дерева этого. Так, и ждем. Все, как на что-то, если так сразу можно двигаться. Ну, да, может сейчас уже двигаться, какая разница. Да нет. Я боюсь просто там загубиться. Ну закрыл, второй открыл. Даже если нас тут примут, короче. Да. Он все равно закрыт. Так, на идти. Добра, вишка. Упадем. Че б не лутануть? Дровишки сюда пригодятся.
Так, надо на дорогу выйти, чтобы не заблудиться. Чем ты палишься, братан, на... Ага, волка вижу. Вот это кабан? Кабан. Что, будешь убивать? Давай. Он и пошел, он и пошел. Добивать. Схарчили, блядь. А чувак, ты что, семья? Убирается, вот, блядь. Где дорога? Ага, вот он. Дима там спит, не? Угу. Бегу. А как я выгляжу? Зеленый? Ну, не совсем. Темно-зеленый. Тебя это белая роба выдает, на самом деле. Если вот ты еще одел бы черный балахон, тебе вообще не было видно. Вот и впритык стоишь, и тебя почти ничего не вижу, купи. Ну, круто. Это что такое, блядь? Где? Это крепость. Ну, это тут дом строился. Достал. Я, кстати, мимо него тоже прибегал. Ты там где-то ничего? Тут заперто. Ну, может, с ним все норм? Не знаю. Не понятно. Ну, пошли. Нам все равно не сидим. Понастроили хуйни всякой. Интересно, как тут вообще? Ничего не исчезает, блядь. Какие постройки? Не знаю. Как-никак это альфа. Там написано даже. Вообще без огнестрела тут опасно все равно шарик ходить, тебе тут надо какой-нибудь пистолетик тоже. Если вдруг мы на нас влетят, хотя бы чтобы, блядь, была возможность отстреливаться, блядь. Если вдруг четверок прибежит, как отстрелись, что-то костер чей-то. Четверок, против четверка у тебя нету, блядь, методов, как говорится. Вливать сразу. Дрова или камень? Да. Дрова. Из-за дрова. Зажрался? Да. Они есть. Блин, так не понял, где я бегаю. Там вон тут. Там вон тоже какие-то стены, блядь. Не тут? А где? Да, по-моему, не в ту сторону пошли. Не-не-не. Ту мы пошли наверх, все правильно. Ну вообще я не знаю, куда мы идем. Я знаю, но где-то. Я за тобой должен идти. А, ну все правильно, я по этим бегал. По скалам только. Там либо труп лежит справа. Где? Там в траве. Где ты видишь? Офигеть, ты глаза стоит. Если ты где-то там увидел. У меня, блядь, трава мелькает, нахуй. А. Она исчезает, то появляется. Да, труп. Ой, отойди. Ну да, кстати, переставить мне этот залупу. Лечилки есть. И факел. Так тут. Ща вот так поставлю. Типичный бомж. Ничего не взять. Да, поле это видел, тут я бегал. Дальше идем. Сейчас за этим полем. Где-то должен быть город. Ага, вон там он. Ну не город, а завод. Школьнички с читами. Смотрел на ютубе какую-то передачу, там типа читеров, блять, тут нахуй троллят. Как там какой-то школьник, блять, троллит читеров, так мы все время тоже на каких-то школьников. Он там нарывает, кто там предлагает все читы скачать, типа, он попался, короче, Иерусалим кидает. Такой бред, короче. Тупо передача получилась про школьников. Про школьники выслеживают школьников, короче. Я тоже не так забежал. Какая-то хуйня, братан. Так что, блядь, читеры в основном школота всякая. Да. Сам он как-то они находят читы. Заходишь, будешь искать. В Google забиваешь, блядь, пиздец. Читы на тупую игру, блядь.
Я сам могу просто их не ищу, как бы, я не знаю. Просто так они просто не понимают, что без читов играть намного интереснее. Ну, убили тебя, ну и ладно, за. Еще сделал. Так, олень, а где же зовут этот был? Оленя бомбить? Да, нахуй нужен. Прямо сейчас зовут. Беги, беги, животина, беги! Бегай, бегай! Как-то лес такой густой, пиздец. Что-то не помню, чувак, этих мест. Реально. Да все, я вроде не был в этом. Не лежал вроде так. Ох ты. А. За мной, за мной. Убей его. Где? Блин, ты только на меня беги. Я побежал. Бля, что-то убралось. А что с этим луком? Вот так. Да просто потом его убей. Да ты не попадешь, убей топором. Ладно, бью топором. Давай, 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 заходи на круг. Бля. Что такое? На меня, на меня, на меня. Еще давай заход на меня. Я так буду за ним бегать. Ай, мимо. Блин, да че он такой уже ты? Я же стол поставил, меня заебал. Нам уж лайк, а я думал, хочу поставить. Тут тоже заросшая хата. Со старшими. Сейчас порублю на мясо. Порублю, да? Обана. Ты слышал? Да. Ну это может не тут быть, если учишься. Это где-то справа, вот здесь, на холмах или вон в ту сторону. Ну пошли тогда в лес. Пошли. Пойдем. О, Коля, чувак, цени. На мощный домик. Огородили, блядь. Блин, я, чувак, не тут бегал, я в лесу не бегал. Ну и хуй знает, блядь, Шурик, я за того иду, блядь. Ну, а пошли искать, Никер. Нас вышли. Сейчас мы, блядь, зайдем, потом обратно не вернемся. Нам бы полутать, довернуться. Да вообще по дороге надо идти, а не все по дороге, Шурик. Ну да. В принципе, надо вот туда вот бежать, вон ту сторону, наверное, да вообще хуй знает. Может, в этом лесу вообще нихуя нет. А, во, дом вижу, чувак, мы правильно идем. Нифига себе, я убежал, получается, куда? Да. Этот дом я тут точно помню, недостроенный. Вон он. Вон завод, видишь? Вижу. Так, там волк, да, волка обойдем, наверное. Вот. Вот на этом заводе я был. Ага, вот они эти. Дом не построен, еще один. Ебать, нахуй домов. Нет никого. Ты прикинь, я сюда убежал. А что там с тобой случилось? Ничего не случилось, я потом назад прибежал. А, я просто бежал потом вокруг. Ага, пошла одеться. Один, блядь. Сейчас зомбаки будут. Вон, да, вижу. Где ты видишь? Слева. Надо одновременно. Надо одновременно стрелять, братан. Блять, ну мы вышли, походу, к тому же месту, братан, да? Да, реально, тут же. Пробежали как-то все. Че, пойдем зайдем? Убьет чувак. Стреляй меня. Меня радиация долбит, сейчас сдохну. Бега, я отступаю.
его убил. Уходи, поднимайся опять к этим домам назад. Кевларовые штаны получал. Да? У меня еще есть, я медленно это. Это понял. Тут сейчас потихатка будет, у меня сейчас начнет радиация долбить. Ну ты уходи, уходи. У меня защита достаточно. Все, я ушел. Я могу еще пока пару чуть-чуть. О, я Кайло нашел. Это что такое? О, тут нам пригодится. Нашел. Очищи. Блять, опять какой-то пидор стреляет. Тебя? Нет. 9-миллиметровый пистолет нашел этот рецепт. Mm-hmm. Я полазил, у меня есть таблетки, я таблетки нашел. Что-то эти хилки ни хрена не хилят, лечение. Она или кровь нет? Останавливает, это не аптечка. Ага. Что там еще есть? Блять, лаги, блять. Нашел всякую хуйню, патроны. Тут два домика чьих-то. А сколько у тебя радиации там сейчас? 200. Нифига себе это. Ты зомбируешь жопу полдня. У меня еще есть 3 таблетки, если что, там дилетационные. У меня почти фулл седжа я достал где-то, не помню где. Смотри, что там еще есть. Второе Кайло, блядь. Надо с Кайлом ходить теперь, он вроде самый крутой инструмент. Еще пистолетные патроны. Еще аптека. Так, пятерочка. Нахрена, что у меня зомби покоцал. Так, ну я в принципе могу идти. Главное, чтобы меня зомби не убил. Так, ты где-то, в каком здании? Я уже по будке бежал, чё. О, тут, блядь, зомби еще один. Металл взял, прикинь. Какие-то бараки, короче, дома такие. Ой, не та кнопка. Эй, тут кто-то полутал уже все. Это, блядь, опасная тема, но. Ну да, ресайте, наверное, там. Ну да. Я про это говорил. Ух ты, стреляет. Это я. Ага. Зомби башку отстрелял. Я на зомби... Пошел, зомби нашел. Какой-то мешок. Смал, стаж. Что это такое вообще? Для чего нужен? А, это типа сундука только мешок. А его можно положить? На землю или что? Ну да, типа сундука. Положим. Один радиационный этот чест нашел. Последний. Так сказать, штрих. Вообще, я тебе, может, пистолет соберу, если хватит мне. А, да, реально. Сундук какой-то. Да, вот такой можно и будет спрятать мешочек. Ну, я ухожу. Положить. Да, возвращайся назад только, я сзади стою, откуда пришли. У меня кончилось. В общем, я стою возле домика с тремя этими самыми колями, которые сзади был. Я на дорогу выбегу. Ну, я тоже. Я могу теперь берет украфтить, короче. Давай. Если что, мне только нужно будет, наверное, метал фрагменты, и я смогу тебе сделать нормальный пистик.
А у меня есть какая-то. А, чувак, я на дороге тебя не смогу увидеть. Тут зомби, блин, волки. У меня 20 жизни. Давай, назад вернись. Ну я возвращаюсь к нашему дому. А, блин, я... Ну, вот я по дороге беру. Ну я сейчас выйду, стой, я просто с другой стороны этого вышел, короче. Я понял. Я через него прошел, блядь. Ну сейчас я тогда бегу тоже, к дому побегу. А ты тоже с другой стороны? Нет, я сзади, откуда мы шли. Я туда особо недалеко не бежал. Ну вот, давай. Я в лесу в этом, короче. Каком? Ну вот он, который там к нашему дому через него. Вот. А. Сейчас я бегу. Ну ты беги в дом, я побегу. Блять, собака согрелась. Шлепни ее. Все, я на дорогу бегаю. Не буду ее лутать. Это палево пизда, а я прилучу. Если хочешь, можешь полутать на дороге или нет. Да там какой-то белый волк. Не хочу светиться. Вещи покоцаны. Нормальный револьвер вообще, бля, чётко. Да? На пулю в голову кладет зомбаря. Черного на две завалил. Валку тоже засадил барабан из 5 патронов. Нормально отъехал. Патроны теперь, в принципе, часто попадаются такие. В общем, паще по теме. Какие там, получается, всю карту бежали, что ли? Да нет, ты че? Ну да, мы не по дороге бежали. А я, чувак, еще видел, помимо вот этого завода, город где-то. Видел я его. Ну тут есть города, да. Ну знаешь где? Вот от нашей, если пока смотреть, где наша база, да? Только идти надо не по дороге, а слева, вокруг скал. Скажешь, как будешь подбегать, я тебе открою. Угу. Ну, можно пойти налево посмотреть. Блять, читак, чувак. Да? Ну ты вот ты это, валя туда. Не, вы выходите, точнее, из сервака. Я не уверен, но я видел, как мелькнуло что-то вроде человека, короче. Может, это меня глючит? Ну, по-моему, лучше ливануть пока с сервака. С луком. А ты долго еще бежишь? Ну, я уже вижу дом наш, сейчас я подбегаю уже. Я вышел. Вышел? Ну, это нормально. Как добежишь до дома, посмотри, и будет там что, не? Угу. Мне тоже неохота тирать эту хуйню. Конечно, там ничего суперского я не нашел, типа там автомат какой-нибудь, но тем не менее. 21 человек на нашем серваке остался. Mm-hmm. Хотя могло и глюкануть. Я, блядь, с этими щерами уже, блядь, фанатизм стал, короче, нервным, блядь, такое. Так, ну никого тебе нет, чувак. Ну чисто. Захожу в части, открою дверь. Прикинь, ты в доме будешь заперт, если один хочет поиграть. Как ты вышел? Спрыгну с окна, убьюсь. Реснусь где-нибудь. О. Пошли. Офигеть, ты одет. Как те чуваки, что бегали в зеленый. Ищи револьвер! Тебе нужны эти фрагменты? Конечно. Сейчас посмотрю, что надо, подожди. Да, я положу пока вот сундук вот это. Револьвер, шкафа. Олег, low quality металл нужен. Короче, он не из фрагментов делается. Low quality metal какой-то, а я хуй знает, как его сделать. Ну, посмотри. Я не вижу его. Power, small stash, metal door. Large spike, low quality metal, вот. Metal fragments он делается. Ну вот, я скинул туда, около сундука, типа, тебе. А, понял, типа, из этого делается это, из того это, понял, да. Так. Так, а чё тут есть стволы?
Волына. Волына. Нормально. А тебе, кстати, кирку дать, не? Кирку? Ну, давай. Две штуки там нашел. Там пиздатый лук, кстати, блядь, падает. Ну там, блядь, можно получить, блядь, по шапке. Пошли сейчас, знаешь, куда? Смотри, если по карте смотреть, то от нашего этого налево не по дороге, а налево вокруг скалы. Ну, ну можно. Там просто посмотрим, что там. Вроде там видел город, не знаю чего. Сейчас, подожди. Я это занят. Да, да я не спешу. А сколько нужно пистолет? Ну, вот, вот смотри, а если по дороге там, что это получается? Райндхаун. Город, что ли, как раз? Может, это здесь... самое есть? Ты знаешь. Ну, нам не хватит. Там 10 нужно, а 4. А кирка тебе что делает? Она типа больше добывает, но она медленнее. Ну короче, не хватит мне. Лопалить металл. Я только из этого всего смог сделать только 4 штуки. Сплит, сплит. Дерево положить. Костер у тебя что там, делом занят или что? Или просто одна? Просто, просто так. Тут и сложить, сложить. Сложить, так. Ага, сложить. Сейчас поналожили, чуваки придут, облупают. Надо ебать нахуй, скажи. Скажи, нихуя, ну, нарвались. Я думаю, аптеку надо взять все-таки. Шоколадки у меня есть. Еще мы фишка. Они типа лечат. Мне очень мало. А мясо что-то минус 30 ракс, а минус 30 радиации, плюс 10 хаос дает, а шоколадка дает 150 калорий, плюс 5 хаос. Вот, а шоколадка ни о чем, короче, вообще. Минус 9 фракс, 5 хаос. 150 калорий, плюс 5 хаос дает. Смотри, тут консерва еще есть у меня. 0,25 что-то ватта, что это такое, клозис. Посмотри в этом чемодане. Минус 35 радиации. Это что, тепло он дает нам, а что или что, я не знаю. Ну, забей, короче. Он пошли, давай туда сходим, сейчас посмотрим. Сейчас сожру эти консервы. Все равно они мне нахрен не нужны. Шоколадку тут сожру. Не все на копейки там вообще пиздец. Мясо самое заебись на самом деле. Так, и бумажки положить. Все, бумажки положим, пошли. Давай, тебя жду. Блять, а сколько у меня, блять, где дурак мог бы револьвер сделать, блять? Да ладно, забей пока, не важно. А камни у тебя есть, не? Какие? Нету? А, вот. нет. Пошли, Ширик. Давай, открывай. Пойдем, сейчас от дома спускаемся вниз. Получается, сюда. Обойдем эти скалы, посмотрим, что там есть. Ага. Надо было тебе, блядь, из этих металл-фрагментов просто револьвер скрафтить и все. А не копить на беретту эту ебаную, что там сделали. Чё-то ебара. Цени. Два ствола, ну, побольше. А, можно сломать дверь попытаться. Поехали. Вот так. А тут труп лежит, чувак, прикинь. Я вижу пятку, цени, иди сюда. Ты не видишь? Давай попробуем дверь сломать, может, я не знаю. Вот два топора. Вот его не покалечим. Чувак, сейчас он там охуеет. Чисто проверить, как. Может, кайлом будешь?
Да. Чё-то вообще, по-моему, не ломается нифига. Где Дима уже возвращается? Ну что, все или побежим? Давай все тогда, ладно, закругляемся. Давай.